Век 15. Христофор Колумб открывает Америку. Век 16. Фернан Магеллан отправляется в кругосветное путешествие. Век 18. Джеймс Кук совершает 3 кругосветные экспедиции. Век 20. Турхе Эрдал пересекает Тихий океан на плоту Кон-Тики. Этот фильм о великом приключении мы посвящаем другу Турхе Эрдала и участнику одной из его экспедиций, нашему выдающемуся соотечественнику Юрию Сенкевичу. И всем людям, одержимость и упорство которых меняют наше представление о человеческих возможностях. Я пересеку Тихий океан и найду доказательства того, что перуанцы первыми поселились на островах Полинезии. 5000 миль, дальше, чем от Чикаго до Москвы. Этот мир полон смелых идей, которые сбываются только на бумаге. Мистер Хейердал, без сомнения, история о норвежцах, утонувших в Тихом океане, будет очень хорошо продаваться, но мне это не интересно. Хочешь подтвердить свою теорию? Доберись от Перу до Полинезии на плоту из пробкового дерева. В океане нам ничто не поможет. Кроме твоей идеи. У меня получится. Я только молю Бога, чтобы твои дети не стали сиротами. Южное экваториальное течение — наш единственный путь. С нашим рулем мы не свернем с курса, даже если захотим. Кон-Тики. Во всех кинотеатрах с 18 апреля.